Самолеты США совершили полет вдоль границ КНДР. Американские бомбардировщики продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в ЗГСВИКе. Стратегические бомбардировщики США B-1B совершили 23 сентября полет вдоль границ КНДР, сообщили американские СМИ со ссылкой на Пентагон, передает Интерфакс. Отмечается, что самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в ЗГСВИКе. В американском военном ведомстве заявили, что это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента США Дональда Трампа есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз. В Пентагоне также напомнили, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР. Как сообщал корреспондент Нет, выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожит КНДР в случае угрозы для страны или ее союзников. В ответ на это лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал принять самые серьезные меры в истории в отношении США. КНДР может провести испытание водородной бомбы. По материалам сайта news.com.